думаю, многие видели скины игроков на Rush. Нечестно, они выглядят отстойно. Не, я не спорю, у кого-то может хороший скин, ну как у меня, возможно, как у Думчика, как у Масла. Ну просто поймите, чаще всего скин это какая-то вешалка, либо это животное. И сегодня я позвал своих подписчиков для того, чтобы сделать им хорошие скины. Потому что у меня такой взгляд на это все, и я думаю, я сумею сделать им неплохой скинчик. Так что прыгайте сюда. Ё-моё, еще. Их много. Так, сейчас я выберу одного из них. Первого. Конечно, я всех выберу со временем. Белый, 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 белый. Черный. Белый, белый, белый. Так. Ну. Чел, давай с тебя и начнем тогда, пошли. Ура! А, так, ну чё, давай, показывай, что у тебя есть. У меня есть вилка с мужиком. Еще есть один тушитель. Что могу сказать? У тебя, в принципе, выбор небольшой из того, что у тебя есть. Тут ножик, вилка, огнетушитель. У тебя, в принципе, нормальный скин. Так... Ты доделан, поэтому ты стоишь вот сюда. Вот здесь эксклюзивное место для тех, кто уже с новым скином. Итак, второй игрок, который я выберу, ну, давай, пожалуй, ты, раз руку первую вытянул, мистер Дима. Пошли. Итак, показывай вообще, что у тебя из косметики есть тут. Так, вернись шляпом, сейчас выберем из них. Я скажу, на какой остановиться. Нет, нет. Вот это, давай на этой. Нет. Возможно. Возможно. Нет. Давай повязка. Альфик. Футболка. Нет. Шарф и футболка, да? Давай тогда ничего. Укатовчик. Ну и в итоге получился вот такой вот скин. Теперь ты можешь отправиться к челу. Итак, выбираем третьего участника, которому сделаем скин. Ну, от тебя давай. Кастрюля. Пошли, вон горилла. Давай. Итак, показывай, что у тебя есть, в принципе, из косметик в шляпах. Я скажу тебе, на чем остановиться. Ну, вот, собственно, эта кастрюля, вот эта вот штука, ну, и еще вот эта шапка-ушанка, ну, все. Ну, тогда, наверное, давай кастрюлю. Так, вот такие вот очки, вот такая вот, все. Давай бандану. Вот такая вот майка, вот такой вот бейдж. Давай в бейджах ничего, пожалуй. Вентилятор и... Ну, тогда давай, наверное, чего из холмбу. Мы имеем что-то типа бандита с кастрюлей. Итак, на данный момент мы имеем вот такие вот вариации скинов. Итак, сейчас мы будем делать скин четвертому человеку. Давай тебя, Милк, пошли. Так, ну, показывай, что у тебя есть. Начинаем с шляп, вот ушки, повязка и все, да? Тогда давай повязку. Есть такие сережки. И вот катушки. Давай, пожалуй, ничего из очков. Снежинка. Вот. Тогда давай, наверное... Бабочка. Вот, бабочку оставь. Перчик. Тортик. И тортик. Давай ничего, пожалуй. И у нас получилось что-то типа спортсмена. Теперь ты стоишь вот сюда, вот к остальным. За кадром мистера Дима, он разрядился. Итак, сейчас мы будем делать скин пятому человеку. И, пожалуй, это будет хулиганчик. Давай ты. Итак, показывай все свои шляпы. Да. Я выберу одну из них. А вот первый и второй. А, и все. Давай тогда наушники. Давай ничего. У меня много их. Давай снежинку. Ну вот первая, вот тортик. Тортик, штучка или... Так. Ставь сзади зонтик, а все остальное убери. Отлично. Становись вот сюда, к готовым скинам. Итак, шестой участник. И этим будешь ты, попчик. Пошли. Итак, ну начнем с шляп. Давай, показывай все свои шляпы, я выберу лучшую из них. Все, получается. Давай тогда ничего. Маска, тоже ничего. Интересно. Ну, наверное, вот эта самурайская штука лучше всего выглядит. Давай холдблс, если есть. Я поздравляю, твой скин сделан. Итак, ты отправляешься к готовым скинам, я тебя поздравляю, выбирай любое место и стой здесь до конца своей жизни. Итак, сейчас мы будем делать скин седьмому человеку, и это будет Андрей Логинов, потому что он очень долго тут стоит.
Мне его жалко уже. Итак, показываю все свои шляпы, я выберу лучшую из них. Первая, вот такая и вот такая. Давай шляпку. Ну, пожалуй, ничего. Этот. Ой. Ой. Есть. Такое. Ой. Такое. И вот такое. Вот. GTA 2. И надень-ка сердечко, которое переливается. Чё с тобой? Чё-то завис. И чё это было? Время сделать 8-й скин. Ё-моё. Мне кажется, это никогда не закончится. Ну, Вугабунга, давай ты пошлю. Самый солидный пока что здесь. Итак, показываю все свои шляпы, я выберу лучше. Да. О, вот эту оставляю, вот эту вот. Ну, наверное, лицо пусть будет. Лицо. Лицо красное, которое. Давай, наверное, синюю гавайскую рубашку. Дрель. О, часики, часики. Все остальное убирай. И да, я знаю, что это не часы, а штука, которая измеряет глубину. Там. Ну и получился такой у нас пляжный русский. Итак, Уга, твой скин готов, становись в эту кучу макак. Так, это 9-й скин уже вроде как. Ну и апельсинчик, пошли за мной. Итак, показывай все свои шляпы, я выберу лучшую из них. На уж. Шляпа, ага. И все. Давай тогда party head. Нету. Ну что их много, я чувствую. Вот этот вот. Этот. Да. Этот. 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 И это. Давай плащ, плащ. Ну, один торт и все. Такой скин получился, это что-то типа именинника. Итак, становись в эту гору макак просто и все, в принципе, да. Так, последний участник, пошли скорее. Показывай все свои шляпы. Ну, первая вот эта. Вот эта. Да, у тебя процентов мало. Всё. Russian Head, Russian Head. Щёчки, щёчки. Давай, пожалуй, бейдж, который новый, самый. Ну и клюшку сзади оставляй, в принципе. Такой вот скин получился. Это... обычный русский пацан, что могу сказать. Вот такие скины у нас, в принципе, получились. Вот они, такие вот красавцы. И в теории, если люди будут подходить к выбору скина со вкусом, то на Rush не могут бегать вот такие вот челики. Да, они, возможно, немного однотипны, но это из-за цвета и из-за того, что по цвету я подбирал аксессуары. Chasing the bag and I'm letting it stack. You're a tag, you know what I'm lacking. I put on the heads of reality, virtual mama key tag. And the bag is collateral, cold like a cage. I ride like I'm doing it.